Звезде популярного сериала «Универ» Андрею Гайдуляну стало хуже. Как известно, у него диагностировали третью стадию опухоли лимфатических узлов. На данный момент актер проходит курс лечения в Германии, где недавно ему сделали операцию. В прессе появилась информация о том, что состояние актера ухудшилось, и ему срочно требуется очередная дорогостоящая операция. Коллеги Андрея сейчас собирают деньги на его лечение. В середине ушедшего лета Гайдулян должен был сыграть свадьбу со своей девушкой, но внезапная болезнь нарушила все планы. В последнее время все больше известных людей признаются, что борются с онкологией. Практически через несколько дней после смерти Жанны Фриске мир узнал о болезни известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. А недавно звезда сериала «Зачарованные», актриса Шеннон Доерти, также призналась в своем микроблоге, что проходит курс лечения от рака. Мы желаем сил и мужества всем, кто борется с болезнью, и верим, что все будет хорошо.